Итак, друзья, мы движемся дальше, и впереди нас ожидает третий поединок сегодняшнего турнира. В синий угол я приглашаю Владимир Люборец, победитель турнира по классической версии драка, бойцу 21 год. Вес 77 килограмм, рост 182 сантиметра. Клуб «Росич». И его оппонентом сегодня является, дамы и господа, в красный угол ринга я приглашаю чемпиона Дальнего Востока по тэквондо, чемпион по любительской драки, призер чемпионата города по любительскому ММА. 4 профессиональных боя, 2 победы досрочно. Артем Панасков! Бойцу 21 год. Его вес 77 килограмм. Рост 180 сантиметров. Друзья, боец зашел в ринг, что-то тихо в зале! Ну что ж, я напомню, это третий поединок сегодняшнего турнира. Последнее приготовление контролирует рефери в ринге. Бойцы на центр. Первый раунд. Вова, даже если не ты, сиськи убей! Вова!
Перерыв 1 минута. Перерыв 1 минута. Третий раунд. Для награждения приглашается чемпион России по версии драка Максим Штипенко.
данном поединке в третьем раунде техническим нокаутом победу одерживает Владимир Люборец!